мы будем со своей стороны контролировать, также будут контроль осуществлять и прокуратура, и государственный, и жилищный надзор. Не только о том, что вы сняли оплату, а о размере снятия оплаты. Потому что, чтобы не было случаев занижения, что вы убрали услугу, а уменьшили тариф на сумму, которая меньше действительно, которая ранее начислялась.